Съемочная группа телеканала «Волгоград-1» продолжает следить за судьбой заморских гостей, которые волею судьбы оказались в нашем регионе. Напомним, что 17 марта сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль «Газель», в котором житель Карачаева-Черкесии вез в неизвестном направлении двух львят, взрослую пуму, зеленую мартышку и новогвинейского голубя, а также несколько тысяч рогов сайгаков. Уже месяц интернациональная команда проживает в известном приюте для животных. Но львы, как вы видите, уже подросли значительно, поправились, освоились, играются с сотрудниками приюта, очень любят нашего кинолога, и он их очень любит. Вот. И главное, что у них уже происходит такое взаимопонимание, они узнают своих, знают сотрудников, которые их кормят, и, собственно, уже отвечают любовью. Главные обитатели приюта – это собаки. А вот прокормить таких необычных постояльцев – задача не из простых. Львята растут не по дням, а по часам. Рацион постепенно видоизменяется. Кормим зверят мы всем миром. Сегодня вот при помощи неравнодушных граждан организовали им доставку суточных цыплят, что им крайне необходимо для получения витаминов и необходимых микроэлементов. Обработали их от паразитов, потому что уже сезон начинается. И, собственно, также продолжаем принимать помощь неравнодушных граждан. Мясо, говядина, курица, грудка и, собственно, молоко козье, яйца домашние. Волгоградцев интересует вопрос, подходят ли львам условия в приюте, насколько они освоились на нашей земле. Сотрудники приюта всегда на связи со специалистами-ветеринарами, которые имеют большой опыт работы с дикими кошками. За состоянием Волгидона, так зовут маленьких львят, следит руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Далакян. Те львята, которые сейчас находятся в волгоградском приюте «Дино», у них условия содержания идеальные, отличные. Если возникает вопрос о содержании, о кормлении, всегда на связи спрашиваются, консультируются. Мы видим развитие правильное у этих львят. Хорошо они прошли весь карантин. Полностью с ним все в порядке. Здоровые маленькие детки, которые растут и растут очень быстро. Другие не менее важные заморские обитатели приюта – голубь, мартышка и пума – тоже чувствуют себя хорошо. У канадской пумы появился хороший аппетит. Она привыкла к сотрудникам, кто ее кормит. Следствие по уголовному делу о контрабанде животными продолжается. Звери находятся на ответственном хранении. Дальнейшую судьбу решат компетентные органы. Валентина Конышева, телеканал «Волгоград-1». Так, естественно, там, знаешь, какой будет мужчина?